Здорово, народ, с вами Фантом, и сегодня мы будем играть в игру под названием The Curse of Blackwater. Это очередной инди-хоррор проект, разработанный всего одним человеком, американцем. Я с ним лично переписывался, и он любезно согласился предоставить мне бесплатную версию этой игры. Ну, я ему объяснил, что я русский, что мне нужны деньги на корм для медведей, новые балалайки, как бы на игры особо денег не остается. Но он все понял и отдал мне ее бесплатно. А если вы захотите в нее поиграть, то стоит она где-то 300 рублей, то есть $10, да? Хотя вряд ли вы будете покупать игры, да, вы же русские. Тем более инди-хуинди, кто будет его покупать, проще пойти во двор и побухать, да? Хотя я не бухаю, вы не бухаете, мы не бухаем. Окей, тратьте деньги на игры, это хорошо, на хорошие игры. Сейчас мы поглядим, хорошая ли эта игра. Чувак на фоне что-то базарит, это очень интересно, конечно, но мне вообще не всрался какой-либо сюжет в игре, которую можно пройти за короткое время, и сделана она, по сути, по принципу Слендера, и разработчик все тот же самый, только не... Того Слендера, который был самым первым, да? Не Слендера The Arrival, не самого первого, а который вот был после самого первого. Ну, я просто мастер объяснений. В общем, того Слендера, который был сделан на FPS-креаторе, и там было много всяких уровней, типа Слендер, блин, не знаю, Слендер в тюрьме, Слендер на рынке, Слендер дрочит и так далее. В общем, вы поняли, о чем речь идет, да? И здесь в игре будет, по сути, то же самое. Только вместо Слендера будут всякие другие чуваки. Итак, мы приехали на своей машине в какой-то лес. Как обычно, машина, судя по всему, застряла. Или у нее кончился бензин, или остальное дерьмо, да? Хотя нет, здесь у нас какие-то карты разложены. Видимо, мы целенаправленно сюда приехали. Ну окей, нам... Я уже игру запускал, а нам сейчас нужно будет тупо идти по сраному лесу. И дойти до госпиталя, в котором, собственно, и начнется основной хоррор. Ну окей, попробую быстренько все пробежать. Кстати, батареечки у нас тут садятся, и... Здорово, ворона. Батарейки садятся, и нужно будет... Как бы... Фонарь время от времени отключать, да? Но сейчас мне, в принципе, не вариант его отключать, потому что... Мы находимся в сраном лесу, и тут сраная темень. Я ничего не увижу. Ну окей, давай побыстрее как-то, чувак. Нихуя не страшно. Итак, пацаны-пацанчики, девчата-девчанчики, блядь, мы пришли в какой-то госпиталь. Чего? Че было-то, я как-то пропустил. Как обычно. О, листик. Листик, вот это было страшно, да. Окей. Это просто закрылись ворота, ничего страшного. Мы входим в госпиталь, и теперь начнется основной геймплей. Все самое интересное. Да, в игре, короче, есть 5 уровней, 5 глав. Мы сейчас пока первый проходим, типа, да. И, ну, там будут разные карты. То есть, по сути, как в Слендере. Там были множество карт, только здесь как бы их, так скажем, объединили в одну игру. Ну, здесь карты, ясное дело, другие. И добавили какого-то там сюжета, якобы, который нам вообще не всрался. Так, это что за окошечки? Окей, очень интересно. В общем-то, в игре нам нужно будет просто ходить, по крайней мере, в этой главе, и открывать шкафчики. Но я думаю, в других точно так же. Но нас будет преследовать какая-то херня неведомая. Да? Я думаю, мне нужно поменьше пиздеть, потому что основной хоррор как бы из-за этого теряется, да? Весь страх. Потому что мне пишут, «Эй, чувак, ты слишком много пиздишь, чтобы тебе не было страшно». Окей, я могу помолчать и сохранить всю атмосферу ужаса, чтобы вы вообще обсирались, да? Но кому будет интересно смотреть на обычный геймплей открывания ящичков? О, господи, сейчас мы, короче, им тут хаос устроим просто... Все ящики откроем. Fuck the system. На, ёпта. Все ящики открываем. Устрой, дестрой. Так, ладно, мне по сути нужен ключ. Насколько мне известно. Потому что вон там есть две двери. И они обе закрыты. И нам одну из них нужно открыть. Вот, видите, да. Дверка закрыта, дверка закрыта. И
Пока что нас никто не преследует, и просто музычкой на фоне нас пугают, которая, по сути, не страшна. А так, фонарик у меня садится, нам нужно использовать батареечку. Вот мы ее использовали. Крыса, здорово. Как дела, крыса? А в случае чего, если мы здесь застрянем навечно, то будет что похавать. Опаньки, еще батареечка. Так, я там не все ящики открывал, но по сути... Ай, блядь! Ай, как страшно! Ошметочки человеческие. Ну ладно. Ладно. Ладно, страшные звуки, они, конечно... Если уж в час ночи играть, то, конечно, страшно. Так, вот, что-то мы нашли. Это... Таблетки какие-то, но почему они у меня не берут? А, вот, взялись, все. А вот и ключик. А тут ничего. Ну, в принципе, я думаю, основные... остальные комнаты нам уже открывать не обязательно. Да, пойдем откроем ту ключиком, и все будет окей. Вообще больше похоже на какую-то тюрячку. Решетки тут какие-то. А вот, собственно, мы открыли, да? Люльки детские. Кто-то там орет. Подождите, а может мы... А, так, ясно, качелька. Лошадка. В люльках никого нету. Все окей. Если нас будут пугать младенцем маленьким, то, знаете ли, это будет не очень-то страшно. Потому что младенцы, они как бы у нас могут проснуться педофильские чувства, да, и... Уже мы будем пугать этого сраного младенца. Так, погодите, вот еще тут какие-то таблеточки. Не знаю, нахрена нам нужны таблетки вообще. Еще раз послушаем мелодию. Кто-то нам там дверь вышиб, пойду погляжу. Только аккуратненько, да? Опаньки. Никого нету? А, черт, там кто-то стоит. Кто-то маленький. Окей, это не младенец, это, кажется, маленькая девка, но... Я думаю, я не буду к ней подходить, пошла она в задницу. Мне нужно как-то пройти этот уровень. Ну, в общем, основной геймплей заточен, опять же... Заточен, мать его. Состоит в открывании шкафчиков и поиске всяких там объектов. По сути, мы собирали в Слендере записочки, да, а здесь у нас не записочки. Здесь у нас ключики и прочее дерьмо. Типа разнообразия, окей. Так, ну, в принципе, неплохо так все выполнено. Для инди-хуинди-то, да? Так, я не знаю, стоит ли возвращаться по... той же тропе, по которой мы пришли. Нет, не стоит, она там стоит, она нас будет преследовать, все ясно. Тут есть кубики, девах, как насчет того, чтобы поиграть в них? Так, подождите, в общем, мы эти две двери открыли, да, и что мы там нашли? Ключа-то мы, в принципе, не нашли, вроде бы, да? Так, в это окно она, я надеюсь, не сможет пролезть. Фонарь у нас садится. И это дерьмово. Ну, хотя у нас еще парочка батареек, и все окей, ладно. Так, подождите, я тут еще две двери видел. Необычные, вот. Да, их нам нужно выломать ломом. А где нам взять лом? Я хрен его знает. Может быть, у этой девки есть лом? Или в люльках поискать. Хотя, кто будет хранить лом в люльке? Разве что Гордон Фриман. Так, девки нету. Так, нормально, здесь что-то у нас новенькое. Лестничка. Окей, вот это место похоже. Уже здесь, в принципе, может быть лом. Нет, здесь ни черта нету. А, то есть вы мне предлагаете еще 50 шкафов обшмонать? Это обосраться как интересно, конечно. Мы вообще там чего нашли-то? Вот мы открыли ту дверь и, в принципе... Воу, тёлка пошла в пиздятину! Воу, никакого мата, интеллигентность зашкаливает. Свали от прохода. Да, я что скажу? Если она нас поймает, то... Оу, вот она стоит. То... Хей, тёлк. Единственная тёлка, которая первая подходит ко мне и хочет меня обнять. Хей. Задницы. Так, это не лучший был идей. Так, иди в задницу. Ладно, просто попытайся от нее убежать. Так, здесь мы уже
Все шкафчики пооткрывали, да? Так, ошметочки мы уже видели. Так, вот теперь опасность уже, опасность. Все, просто так уже не походить, потому что за нами ходит сраная девка. Ну, в принципе, можно подойти и обнять ее, но я боюсь, что выбегут какие-нибудь ребята и обольют меня сиками, обвинят в педофилии и все такое прочее. Так, здесь ключа нету, ладно. А, вот она стоит, вот как раз это окно нам и пригодилось. Мне 2 чизбургера и среднюю колу, пожалуйста. Эй, девка, какого черта ты мне не отвечаешь? Ладно, пойдем от нее в задницу. Так, серьезно, может быть, в люльках что-то есть? Я, в принципе, их не обследовал особо так. А, вот, смотрите, ключики взяли. Так, сторож Кей. Взяли мы, короче, ключик. Может быть, сюда он как раз-таки и подойдет. Главное, чтобы она нас не зажала в одной комнате. Ну, в смысле, здесь же есть такие комнаты, из которых нет второго выхода. И если она нас зажмет, то будет нам полная жопа. Вот, например, сейчас она вполне может это сделать, подойдя к выходу. Так, подождите, мы взяли лом, батарейки и все, я сваливаю отсюда. К чертовой матери. Так, девах, как там у тебя дела? Я надеюсь, ты не подошла к входу? Эй. Я, в принципе, не против. Не против обнимашек, но... Не с тобой, не в этот раз, иди в задницу. Так, мы взяли лом, а теперь нам нужно найти те две двери, которые можно им выломать, собственно. В принципе, ломом можно любые двери выломать, но здесь он работает только на двух. Это крайне странно, но насрать. Блин, вообще вот это клевая штука, я бы сейчас сел покатался, но, к сожалению, здесь этого сделать нельзя. Так, вот здесь вроде эти две двери, да? Так, окей. Тёлки нету. Все нормально. Выломали. Выломали. Открываем. Так, главное, чтобы она нас здесь не зажала. Ключ хватаем. Выбегаем. Тёлка. Тёлки нету. Открываем. О, крыса, крыса. Да, очень страшно. Так, здесь ничего нету. Все, сматываемся нахер. Блять, пиздятину, иди. Слышу ее, стерва. Так, погодите. Может мне... Использовать таблетки. Я не знаю, на кой черт они нам вообще нужны. Может быть, дальше там же еще несколько глав. Может быть, будут монстры, способные понемногу у нас жизик отнимать. Или это какие-нибудь таблеточки, которые нам для психики нет. Ну, по крайней мере, сейчас он отказывается их принимать. Так, не надо так мигать, пожалуйста. За мной тут девка как бы охотится, окей, да? Так, подождите, я пришел не туда. У нас... Ай... Ладно, использую еще батареечку. Так, ладно. У нас с другой стороны, с противоположной, есть... О, тёлка, здорово. Есть две двери еще, да? По лестничке там поднимаемся, открываем дверцу и сваливаем, наверное, отсюда, потому что... Хотя нет, ни черта мы не свалим. Сраный слендер. Серьезно, она, в принципе, передвигается точно так же, да? То есть просто телепортируясь. Но она девка, а девка это, конечно, очень мило. Все же мы любим маленьких девочек, да? Господа педофилы. Так, ладно, попробую сюда сунуть ключик. Ни черта не подошло. Ну, сюда должен подойти стопудово. Да, все нормально. Так, записки, идите в задницу, мне некогда вас читать. Потому что девка все ближе и ближе ко мне. А, так, вот мы взяли еще ключ. И все. Нормально. Я надеюсь, ты сюда не подошла. Так, спасибо, девах. Все! Все, последняя дверь. Последняя дверь. Воу, ни черта себе. Слишком много крови. Так, ладно. И чего теперь? Чем мы сюда пришли? Библиотека, вы мне предлагаете книжечку почитать, да? Да иди в задницу, слушай! Блять! Нихера себе ты двери вышибаешь! Мать твою, ты маленькая девочка! Я же дошел до сюда! Какого черта? Блять, это же последняя комната, блять! Иди в жопу! Серьезно! Это последняя комната, здесь больше ничего нету! Че я должен делать вообще? Хэу, блядь. Как Флуттершай.
Ау, слишком много пони-тематики в роликах в последнее время. Так, ладно. Так, сейчас пойдем попробуем вернуться, что ли, к тем дверям, из которых мы пришли. Мы серьезно, мы же обследовали все уже комнаты. Че еще от нас надо? Нет, никуда не вернуться. Девка, ты где? Блин. Ну, я сомневаюсь, что она должна просто нас убить в этой комнате. Ну вот мы туда пришли. Ну, кроме книжечек-то там ни хера нету. Ладно, пойдем еще раз туда сходим. Вот сейчас она вроде бы от нас отстала. Мы отдышались, да, все нормально. Потому что в игре нету сохранений таких вот. Даже чекпоинтов нету. Если я сейчас помру, то все начнется заново. А там впереди еще несколько глав. И чего они мне предлагают делать? Так, все, последнюю батарейку используем. Так, смотрим внимательнее. Чего тут дернуть? Таблетки хавать он не хочет. Так, во-во-во. Во-во-во, пацаны. Дернули книжечку. Все окей, вообще сваливаем нахер отсюда. Сраная девка. Так, лево, право, выберем право, да? Хотя надо было лево. Левое же больше у всех. Окей. Все, это следующая глава, судя по всему. Да, сучечка, я сделал это! Новый уровень! Новая глава! Какой-то мертвый чувак! Можно обоссать его. Нет, мы не будем этого делать пока что. Окей, вот это, я надеюсь, сохранилось. Я надеюсь, это новый уровень. Это ведь так? Да? Ну давайте попробуем чего-нибудь схватить у него тут. Чего у тебя можно схватить? Подожди, я что-то мог взять, что-то... Что-то активировать. Так, вот-вот-вот. Записки. Очень интересно. Пошли в задницу, сраные записки. У меня нет больше фонарика и... Батареек, в смысле, нету. Поэтому в задницу. Я спрячусь вот сюда вот. И в общем, чуваки, с вами был Фантом. Удачи вам всем. Продолжим в следующей серии, да? Проходить. В принципе, игра неплохая, окей. Маленькая девочка за нами ходит. Очень, конечно, интересно. Ладно, с вами был Фантом. Удачи вам всем и пока.